без счастья, без денег, без пищи, одежды, жилья. Сказать однозначно нельзя, но все же к деньгам есть презрение. Их вечно всегда не хватает, как бедным, так и богатым. И тем, кто гребет их лопатой, и прочим, кто их пропивает. Они весь народ держат в рабстве, свободы лишив навсегда. А это большая беда, ведь темное злое коварство. При помощи жалких бумажек народы в неволе живут. Одни голодают, гниют, других от бабла кочевряжат. Коварная форма рабства придумана темной силой. Веками народы насилуют при помощи меньшинства. Наш мир — деструктивная матрица, экзамен на праведность душ. Она как контрастный душ, под ним ведь душа закаляется. В ней деньги, несчастье, оковы для душ несозревших духовно. Застряли в них все поголовно, повязаны, скручены, скованы. Бывает без денег ли счастье? Конечно, у душ просветленных, любовью к Творцу окрыленных и к миру как к собственной части. Их мы называем святыми, иные воронами белыми, но все они служат примерами, что в жизни должны быть мы смелыми. Нет смелости, нет силы воли, желание духовно расти. Таких начинают пасти или просто топить в алкоголе. Нам путы свои нужно сбросить, ответственность взять в свои руки. С деньгами все подлые трюки навечно из жизни отбросить. В далеком и сказочном веке без денег жил счастье народ. И в сказках этот период поведом был для человека. Пока будут деньги в ходу, несчастье всегда будет рядом. Ведь многим продажным уродам всегда больше всех будет надо.